В Беларуси подготовлен проект концепции совершенствования развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. Сегодня в Минске открылся республиканский семинар. Эксперты обсуждают проблемы отрасли, которые касаются буквально каждого жителя страны. Качество коммунальных услуг, их стоимость, прозрачность тарифов. Участников форума призвали вносить предложения, которые улучшат работу ЖКХ в целом и обслуживающих организаций в частности. Одна из инициатив – создание института по вопросам ЖКХ при Академии наук. Также подготовлен несколько законопроектов, касающихся в том числе программы «Чистая вода», ускоренной замены лифтов, утепления жилых домов, предоставления безналичных жилищных субсидий. Если говорить о системных подходах, то это подготовлено ряд нормативно-правовых актов, которые в ближайшее время смогут изменить ситуацию в отрасли. Это закон о жилищном кодексе, это 5 проектов указов главы государства, 3 постановления, которые утвердят государственную концепцию развития жилищно-коммунального хозяйства и другие документы, которые смогут после семинара быть доработаны и внесены в ближайшее время на рассмотрение главе государства. Республиканский семинар работает 2 дня. Сегодня делегаты посетили, к примеру, Минский контакт-центр. Это служба 115. Она пока работает только в столице, но до конца 2018-го будет создана и во всех крупных городах. Прямо на объектах делегаты обсуждают также вопросы водоснабжения, утилизации бытовых отходов, теплоснабжения. Завтра участники форума соберутся во Дворце независимости. В пленарном заседании примет участие президент Беларуси.